Ну что ж, уважаемые зрители, сегодня краткое видео. Начинаю делать обзоры компаний, или, по крайней мере, некоторое обозначение компании. Как вы знаете, есть несколько довольно-таки известных китайских фирм. Например, Visum, Leapers и, соответственно, NC Star и UTG. Это, в принципе, все практически одна и та же государственная фирма. Но UTG недавно открыли свой офис в США и начали производить свои некоторые изделия в США. У меня таких еще мало. В основном это фурнитура для арок. Вот, к примеру, данный приклад сделан на фирме UTG Pro. А UTG Pro — это как раз именно американское подразделение данной компании. Взял чисто ради юмора простенький шестипозиционный приклад для арки. Еще никуда его не поставил. Ну, посмотрим, насколько он хорошо будет работать. Куда поставить, у меня уже есть. Просто еще очередь до этого комплекта не дошла. Также у меня много чего китайского UTG. От их кронштейнов. IQ-Sync, кстати, неплохие кронштейны за свои деньги. За $30 очень неплохие кронштейны. У меня их, наверное, штук 5 на данный момент. У них есть специальные приспособления. Сравнительно недорогие, но более-менее качественные. Вы такие у меня видели на разных моих арочных пистолетах. Потому что, в принципе, для простейших механических прицелов много не требуется. Вот здесь, например, задний прицел для арки. Также у них много разнообразных вариаций с точки зрения креплений или увеличения высоты крепления где-то на планке Пикатинни. Вот вы видите несколько вариантов. На полдюйма, на 1 дюйм, дюйм 2,5 сантиметра, полдюйма, соответственно, сколько? 1 сантиметр и сколько? И 12 миллиметров. И у них есть еще и коллиматор, у них есть своя оптика. Я, честно говоря, ее практически никогда не покупаю, но покупаю иногда Visum. Это немного более высокого уровня оптика, с моей точки зрения, в зависимости от модели, конечно. Вот простенький такой красный коллиматор от UTG. Пойдет куда-то, куда я еще не решил. Скорее всего, пойдет на что-то короткое с креплением повыше. Посмотрим. Ну и чисто для тестирования оптики, вот такая вот еще у меня есть. Чтобы можно было оптику поставить повыше и оттестировать. Вот такое вот краткое введение. Реально говоря, качество китайского продукта, качество китайских изделий растет. Они не пытаются лезть в высокий уровень, но уже в среднем уровне они существуют. Может быть, не UTG, конечно, а кто-нибудь другой. Там тоже есть китайские компании, более-менее серьезные, уже на своем месте, в своей нише. Но это все понемножку растет. Посмотрим, что будет дальше. Вот такое вот введение про UTG. Если интересно, я дам ссылку. По-моему, можно, они оружие не продают. На их веб-сайт. Если не дам, то значит, YouTube меня с этой идеей зарезало. Ну вот, такое вот краткое обозрение. Каждая из этих деталей как-нибудь где-нибудь увидите наверняка. Все, спасибо за внимание.